Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Honor 70. И сейчас я покажу вам, как поменять язык клавиатуры. Итак, для этого мы где-нибудь открываем клавиатуру и далее нажимаем на значок шестеренки. Но сперва нажимаем на три точечки. Нажимаем на настройки. Далее выбираем пункт многоязычное. Теперь у нас здесь есть только английский, у нас есть здесь также предустановленные языки, выбираем, например, русский, нажимаем «Добавить». Далее мы также можем добавить еще какой-нибудь язык. Еще какой-нибудь язык добавляем, нажимаем «Добавить». И теперь у нас здесь есть три языка. Теперь мы возвращаемся обратно. И теперь, передвигая вот так пальчик по пробелу, мы можем переключаться между языками клавиатуры. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.